Всем привет, друзья! Не знаю, как для кого, но для нас осенний марафон начался с поездки в дремучий лес. Дождик, поначалу робкий, в конечном итоге все же выгнал нас из лесу. Но давайте обо всем по порядку. Ну вот мы и добрались. Сам не знаю куда, пришлось вернуть с намеченного маршрута, потому что до конечной точки ехать еще далеко, а к сожалению, сегодняшний день у нас ограничен по времени, и сегодня мы вынуждены будем пораньше вернуться домой. Поэтому доехали докуда смогли, остановились в каком-то елово-осиновом лесу. Сейчас будем перекусывать, пить горячий чай. Погода сегодня прохладная, на улице плюс 14 градусов. Чайку попили, стало немножко получше, но все равно как-то зябко. В прошлом фильме от жары мучились, это было буквально неделю назад. А в этот раз температура в полдень не поднимается выше 15 градусов Цельсия. Еще дождик к тому же припустил. А там со стороны гор прямо стена дождя надвигается. Горы буквально за 5 минут скрылись. В тумане или в этой полосе дождя. Надолго-ненадолго, не знаю, но просвета не видно. Прикольно. Под ногами грибочек вот такой нашел. Не знаю, что это за гриб, но уверен, что он съедобный. Вот далеко не надо ходить, рядом еще один побольше сидит. Вот они, эти два красавчика. Скорее всего, это все-таки подосиновики. В осиновом лесу все-таки растут. Грибы — это как рыбалка или охота. Одна добыча, и сразу какой-то азарт появляется. Глаза устремляются вглубь леса, и ноги самого несут. Сейчас пройдусь вот сюда, вдоль этого леса, на выход. Может, что еще попадется. В общем, погода такая, что дождь просто не дает камеру достать. Поэтому сейчас взял зонтик. Поснимаю немножко, да нужно будет отсюда выбираться, пока дорога не размокла совсем. Поехали мы вот отсюда. Дорога эта дальше идет в сторону осинового леса. Там находится деляна лесорубов. На карте видно прям лысину. Ну а мы свернули вот в эту сторону, вдоль осинового лесочка проехали. Лес просто шикарный, красивый, свежий, чистый воздух. Как-то так выглядит это место. Опять начал идти дождик. Сейчас соберемся, потихоньку будем выдвигаться. Сначала к линии электропередач, а потом уже и на большую дорогу. Вот высоковольтная линия. И дальше вдоль нее спускаемся к большой дороге.
Красота такая, лес. Просто вечно можно глядеть, часами. Игра красок только начинается. Желтые, зеленые. Просто прекрасные виды. Вот так все-таки дождь нас выгнал с того места. И мы наобум заехали на противоположную сторону, через железную дорогу. Вот в такой замечательный сосновый лесок. Попили чайку и сейчас будем выдвигаться домой. На сегодня наши покатушки подошли к концу. Увидимся с вами в следующий раз. Всем спасибо, пока, всем удачи.